вот эти поля ведь и раньше топились. Ну, не так сильно, я первый раз вижу. Нет, да? Точно так же топились. Да? То есть, получается, а здесь можно рис выращивать. Да. Да. Это заливные круга, и они всю жизнь топятся. Вот как этот сюда попал, то вообще перелетел. Все равно все залито. А тут вот повыше берег, наверное. Да, здесь повыше берег, и вот тут повыше, так, а в низинках тоже. В низинке видишь, там. Верба-то какая пушистая стала. Сейчас днем тут тепло, так. Мы неделю назад ездили, так она еще такая. Серега срезали, когда ездили. Еще такая была мелкая. Вот это торфяники здесь горящие. Сейчас их подзалило, да, потом летом опять будут дымиться. Оно не залило, их залило, они уходят, а торф-то ниже. Ну вот, до моста Гаи доехали.